Итак, с нами нападающий хоккейного клуба «Гдель» Елизавета Роднова. Привет всем комментаторам. Так, Лиза, с победой. Спасибо. Отличный гол. Как впечатление от матча? Ну, вообще впечатления позитивные. Мы здорово сыграли. Ну, есть, конечно, над чем работать, ну, что реализовывать дальше. А в целом, молодцы девчонки, я рада. Удалось задачу на матч выполнить? Ну, от силы, как бы, да, результат положительный, мы выиграли. Но есть, я вот повторюсь, что много моментов, над которыми нужно прям серьезно задуматься. Не создавать, мы по факту, там были моменты, которые мы сами создавали сопернику. Вот это исключить, и в дальнейшем будет все супер, еще лучше. Работа над ошибками. Да. Командной игрой в целом удовлетворена? Командной игрой я больше скажу, что коллектив сам, у нас одна цель, и это чувствуется, мы друг друга поддерживаем, у нас отлично вот в этом плане. А от этого все идет из раздевалки, и поэтому все переносим на лед, и в принципе, если кто-то ошибся, то мы помогаем друг другу, исправляем ошибки, и вот как-то так. В целом, да, супер вообще. Хорошо, а свое участие как оценишь? Свое участие, ну, тоже были ошибки, но... Ну, были хорошие моменты, я старалась сегодня, выкладывалась. В целом, да, отлично играла. Как момент, когда забила, можешь прокомментировать? Мы на тренировке тренировали там выходы в 1-0, и у меня в последнее время получается их реализовывать. И когда я вышла, я была прям уверена, что я смогу что-нибудь, как-нибудь обмануть вратаря. В принципе, в 1-0, когда выходишь, ты обязан забивать, потому что такой шанс выпадает за игру, даже, ну, одному, наверное, двум человек. Это очень такой момент. Хорошо. В чем сильная сторона соперника? В чем сложность игры с этим, с этой командой? Не очень хотелось, конечно, оценивать девчонок, соперников, но скажу одно, у них очень талантливые, классные девчонки, которые мастеровитые, и, в принципе, они могут реализовывать моменты, и вот сильные стороны, вот мастерство у них хорошо развито. Как будете настраиваться на следующие матчи? Ну, на следующий матч мы вообще сейчас настраиваемся. У нас такая политика, что мы должны сконцентрированно играть на каждом квадратном метре. И по плей-офф сейчас 3 круга. Нужно правильно расходовать силы, чтобы пройти как можно дальше. То есть как-то баланс был во всем. И вот будем работать вот над реализацией больше моментов своих, потому что много моментов мы не реализовываем. Хорошо. И напоследок что-нибудь для болельщиков «Гдель» и подписчиков нашего сообщества. Спасибо, что вы следите за женским хоккеем, что поддерживаете. Это очень важно, даже если какие-то разногласия. Вообще, в целом, любой любое действие, отношение к женскому хоккею, это дает толчок для дальнейшего развития. Огромная благодарность, то, что вы участвуете в этом. Мы с вами одно целое. Спасибо.